Здравствуйте. Это следующая карта, буквально вторая по счету, но не по значению в Mappers Collective Map Pack. У меня трудности с произношением этого названия по какой-то причине. И это вавилонская тема, как вы видите. А еще сзади камикадзе. Ну, еще здесь без запила. А это значит нары. И внизу тоже. Так, прежде чем мы продолжим, мы обойдем вокруг вот этого вот строения, чтобы взять секретный томмиган. Про этих гнаров я забыл. Но я не забыл про этих ребят, которые также появляются с другой стороны, потому что Сириус. Теперь мы можем продолжать, потому что для следующего этапа томмиган весьма полезен. Вы увидите. Вот здесь такая... такой тир. Безголовых чуваков. Так что по головам стрелять не получится. Максимум по тем, что некоторые из них держат в руках. И вот здесь с нами играют некоторый трюк. Вот двустволка лежит. Как вы думаете, какой противник возникнет после того, как мы его возьмем? Наверное, клиры, да? А нет. Камикадзе. И прежде всего это в том, что... если вы не знаете, что это здесь будет, то... они вас застанут, причем переключение оружия, да, сыграет роль. Далее здесь есть еще один секрет. Это снайперская винтовка. В таком не очень спрятанном закутке на самом-то деле. Но при желании его можно пропустить. И опять же, когда мы возьмем винтовку, здесь появится толпа камикадзе, что заставит нас быстро переключиться обратно на томмиган. Надеюсь, что вы его все нашли до этого момента. У нас на всякий случай ресурсы даже остались. Это прекрасно. Так, далее мы можем насладиться уже этой ареной. Битва начнется здесь, когда мы возьмем тот рюкзак, который нам также любезно предоставит пули для томмигана. Он здесь будет также весьма полезен. Думаю, не надо объяснять, почему. Я предпочитаю перейти вот в этот угол, потому что камикадзе с другой стороны не будут нас замечать. И это удобно в нашей ситуации. Потому что... ой. Мне почему-то кнопка не нажалась. Но ничего страшного. Так далее. Огнемет, наш любимый. И другие ребята появляются, для которых уже снайперка будет крайне полезна. До поры до времени, пока их не станет очень много. Например, сейчас. Также можно отойти в один из таких закутков, и мы будем в относительной безопасности. Упс. Кажется, я застрял. Нормально. Мы справились. Это должно быть еще не все, так как тамошние скелеты еще не знают о нашем существовании. Так, и после взятия гранатомета советую оглянуться, потому что прямо здесь появится биомех, что может также удивить при первом прохождении, потому что машинально начинаешь двигаться назад, ожидая, что кто-то появится перед тобой или хотя бы по бокам, но нет.
Ну, здесь ничего сверхъестественного. Также еще биомехи появятся вот в закутках. И с их убийством арена закончится. Да, и мы можем проходить далее. Здесь мы берем вот эту статуэтку. Не очень понимаю зачем, но разумеется. Так, и далее здесь появятся скелеты, и... О, они появятся в другом месте, неважно. Почему-то я теряюсь в таких симметричных комнатах. Ну ничего страшного. Далее нам даруют лазер и очень много вкусняшек. Ну и собственно мы выходим вот в такую вариацию Большого Собора. Ну потому что это он и есть. Он даже начинается также с зоргов. Здесь все как в начале Большого Собора. Используем томиган, отстреливаем ребят, которые стреляют спреем. И все. Ну и уклоняемся, соответственно. Стараемся не наловить много лазеров. А то они жгутся. Ау. В общем, вот так вот. Я не могу говорить сегодня по какой-то причине. Немножко отступим. Здесь где-то спиной нащупаем. Да, пульки. В этом моменте, к слову, есть одна особенность. Вот у нас появляются предметы. И мы, допустим, пройдемся по аптечке, но оставим рюкзак типа на будущее. Потому что у нас еще достаточно боеприпасов. Почему бы и нет. Но ничего не происходит и срабатывает скрипт следующий, скажем так. После вот этого рюкзака. Поэтому триггером для новой волны является как раз-таки вот этот красный рюкзак. Или, возможно, броня, но явно не аптечка. Что немножко странно, но как бы не критично. Вот мы берем его, и обратите внимание. Появляется следующая волна. Давайте используем лазер здесь. Я, наверное, зря их отстреливаю, они стреляют в спину скелетом, подранивая и убивая их, поэтому они могут быть полезны. Немного странное решение, на самом деле, завязывать триггер к появлению только на рюкзаке, но, опять же, при первом прохождении я его брал, и никаких проблем не было, я полагаю, что и у вас тоже не возникнет. Но в любом случае, если хочется все убийства, то стоит не оставлять его на потом. Или оставить на потом и
удивиться вот этим сюрпризом. Потому что, я так полагаю, один триггер другому не мешает. Кстати, о триггерах. Вот это следующий, после того, как нам наконец-то дадут ракетницу. Просто в последних уровнях, которые я играл в Serious Sam, ракетницу не давали, и я по ней немножко соскучился. А тут такой повод. Итак, беру эти энергоячейки, потому что лазер нам понадобится. Не в таких количествах, конечно, но тем не менее. Вот, потому что после подбора снайперки нас атакуют сзади. Так, там не появился чувак еще. Отстреляем этого. И потом вот этого. Далее мы сконцентрируемся на быках. И кукурбита. Не умер, что ли? Я почему-то было чувство, что он не умер. Упс. И если отойти слишком далеко, вот эти ребята нас перестают видеть. По какой-то причине. Видимо, тыквы не способствуют зрению. Но опять же, не страшно, но если бы сильно совсем вот далеко зайти. Вот куда-нибудь ближе к этой стене. Тогда они перестают нас видеть. Но, опять же, ничего сверхъестественного. Далее здесь будет волна камикадзе и скелетов. Опять же, ничего страшного. Просто держим дистанцию, контролируем толпу. Играем Serious Sam, грубо говоря. Но я все-таки лазер используем. А то в последних видео Томиган прям превалировал по своему экранному времени. Да я это просто быстрее, что ли. На отдельных камикадзе можно, конечно, расстрелять, но для скелетов в этом случае предпочтительнее использовать лазер. Ничего сложного, как видите. Но безумно приятно. Немножко поэкономим снаряды лазера, потому что они нам понадобятся чуть дальше. Так, далее. При фаере можно пустить ракеты вот сюда, по-моему. Да, вот сюда. Я угадал. Потому что вот это вот все. И вот эти ребята также наверху, для которых я хотел сохранить лазер. А дальше занимаемся вот этими бросающими у нас апельсины ребятами. Стрелять ему лучше в ноги, тогда он не собьет ваши ракеты.
Отлично. И наконец миниган. Но не все так просто. Ведь сзади появится самка гигантского рептилоида. Горного. Или как-то там она называется в местной энциклопедии. В общем, это разъяренная вдова. О, да, разъяренная. Учитывая, что мы только что створили с ее рыжим дружком. Не забываю не постреливать периодически, конечно же. Так, это все скелеты. Я предлагаю завершить это эффектным хедшотом. Да. Прекрасно. И, собственно, это все. Нам осталось только дойти до выхода. Вообще, мне очень нравится эта эстетика. И музыка одна из моих любимых в оригинальном сериосом Second Encounter. Карта, на самом деле, визуально простая. Тут, возможно, на первый взгляд, недостаток деталей, но на самом деле это хорошо играет на руку общему стилю. Потому что это, в конце концов, Serious Sam. И эта карта очень хорошо передает дух именно классического Serious Sam. То есть здесь все простенько, без изысков, но с душой. Здесь очень хорошие бои и, я не знаю, атмосфера уровня. На вовремя дают пушки, достаточно вовремя. И нахождение секретов здесь очень даже вознаграждается, потому что, будем честны, с Томми Ганом и снайперкой буквально в самом начале все становится гораздо проще. Вот. Ну, а так это обычный Serious Sam с контролем толпы, достаточно продуманными боями. Мне нравится эта карта. Она приятная. Она просто приятная. Да, а на этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое за просмотр и всего доброго.